Размышления о фотографиях на тему «Поэзия – это». Такая необычная выставка открылась в Центральной городской библиотеке. Ее предоставили гости учреждения, руководитель и воспитанники медиа-центра «Четвертое измерение» Центра образования и профессиональной ориентации Заречного. Фотоработы, ставшие победителями во всероссийском конкурсе, достались Заречному в подарок, так как один из победителей творческого состязания – «Зареченец». Это один из циклов в рамках марафона школьных СМИ. Проходит всероссийский конкурс фотографий, и участники медиа-центра «Четвертое измерение» представляли свои работы на фотобаттл. Из лучших работ, представленных на всероссийский конкурс, была организована фотовыставка. В число лучших работ всероссийского конкурса вошел снимок Вадима Варнавкина. На творческое состязание он отправлял цикл из 7 фото. Жюри конкурса выбрало его работу «Поэзия – это умиротворение». Впрочем, как говорит автор, именно этот снимок и ему нравится больше остальных. Изначально мы не смогли правильно подобрать ракурс, мы очень долго пытались, там то свечку не видно, то темно, то пересвет, то есть мы правильно устраивали свет, искали нужный ракурс, чтобы получилась хорошая фотография, подходящая по требованиям. У нас ассоциация «Поэзия – это умиротворение», то есть мы представили то, что девушка в платке, с книжкой в руках, с чашкой чая при свечах греется около батареи, тем самым умиротворяется. В экспозицию вошли 16 работ. Все они выполнены юными фотографами. Каждая по-своему интересна и состоит из стихотворения и сделанной фотоиллюстрации. Ребята показали и доказали, что поэзия – это и диалог, и эхо, и вспышка, и надежда, и поединок, и многое другое. Увидеть работы, согласиться или поспорить с авторами теперь могут все зареченцы. Экспозиция открыта на втором этаже Центральной городской библиотеки. При входе посетителям нужно предъявить QR-код о вакцинации от коронавирусной инфекции либо о перенесенном заболевании. Или справку о медотводе от прививки. Елена Степкина, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».